Приветствую. На обзоре новинка от Kaiser. Вот такой интересный ножик, темненький и пурпурный G10. Чем он интересен? Потому что выпущен только в этом цвете, больше ни в чем. Модель называется V3603C1 или SS1. Так, повторюсь, G10. Вот такое пурпурное. Или темно-фиолетовое по-нашему, не знаю как его. Такое слегка 3D-обработка, овал очень незначительный, но он присутствует. Место для клипсы, для левшей. Бонка. Одна и бонка вторая. Одна крепежная, вторая для темляка. Клипса с противоположной стороны, все аналогично. Клипса черная, кстати, лайнеры тоже все черные. Все черное, вся фурнитура. Клипса глубокая, стальная. Средней жесткости все отлично. Клин по центру, в осевом керамический подшипник. Это фронт-флиппер, открывается вот за этот выступ. Овальный, кстати, овальный с насечками. Открытие хорошее, закрытие тоже. Все отлично. Лайнер-лок. Лайнер заходит практически полностью. Ну, запаса еще достаточно, более чем половина. Лайнеры облегчены, вес ножа 66 грамм. Баланс, ну, практически на подпальцевом, хоть нож небольшой такой, вывести баланс очень тяжело. Нож небольшой, EDC-шник такой маленький, насечка, вон, видите, на пол обуха. Нормально. Хват такой непрактичный, но все-таки он присутствует. Так, клинок черный, полностью черный. Тантоид, танто, ближе к классическому танто. Спуски прямые от обуха. Сталь 154 cm, по обуху у нас 3 мм, сведение вообще отличное, 0,3 здесь и на танто 0,5. Габариты. Общая длина 168 мм и длина клинка практически ровно 7 сантиметров, точнее 71 мм. Вот такой интересный EDC-шник, очень небольших размеров. Ну, красивый, элегантный, аккуратненький, ближе к джентльменскому. И, как всегда, с идеальным качеством из относительно бюджетных материалов от Kaiser. Рекомендую.